Привет. Вот я снова на рыбалке, выбрались с Жекой. Сегодня у нас рыбалка чисто заточена на хищника, на щуку, крупного окуня. Выставили 7 жерлиц, 5 я поставил, 2 Жека поставил. Все, будем ловить на балансиры. Взяли мотыля, конечно, но уже мелочь неохота ловить. Попробуем поймать крупного хищника. Все, что сниму, покажу обязательно, но очень холодно. Утром было 20 градусов, поэтому камера замерзает. Может, поклевки все не удастся снять. Все, смотрим, не переключаемся. Думаю, будет интересно. Только берег не снимай. Так, ну вот подряд 2 сработки. Снова на секретном водоеме. Но пока камера глюканула, размотка кончилась. Может, даже и бросил живца. Ладно, будем теперь. Вот там мотает, там мотает. Пойдем к той. Там точно щука. Хорошо мотает. Так. Есть. Есть, есть. Первая. Есть. Первая. Так, почин есть. Ох ты, давит щука походу. Так, тихо, тихо. Фига она вымотала. Тихо. Тихо. Ох ты, нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Ну, не крупная, но пойдет. Закилошная. Ха-ха, начало есть. Так, вторую смотрим. 2 подряд сразу сработки стояли, стояли. Солнышко вышло, но здесь почему-то стоит. Сейчас здесь руками будем смотреть. Но здесь что-то размотки нету. Посмотрим. Бросила, наверное. Ну, уже весело, весело стало. Да, здесь бросила, походу. Зараза. Ладно. Ах ты, живца скушала. Все, ладно, ну уже веселее, все. У Жеки есть работа на жерлицу, он что-то не мотает. Положи маленько. Даже жерлицу с места сбила. А? Интересно. Да, не, навряд ли. Ты что, ветра никакой, это ветер подтяга. Ну. Нет, это поклевка. Просто это бывает, окунь тоже фигачит. Пробуй, что ты. Отставляй в руку, я обычно леску беру. Натяжение будет, подсекаешь. Она может, бывает, что схватит, отойдет чуть-чуть в сторону и стоит, заглатывает. Нет? Ну, это окунь, скорее всего. Сейчас по живцу посмотрим, порезы есть, нету. Нет, нету. Так, ну что могу сказать по клеву? Вот после обеда начала мелочь проклевываться. 7-сантиметровый балансир клюет окуни грамм по 70. Двух поймал. Крупняк пока не хочет. Или вообще сегодня отказывается. Жерлицы тоже молчат. Одну щуку вот утром взяли. Почти сразу, как только выставились, там буквально минут 10 прошло. Ну, будем пробовать. Может, все-таки активизируется. В прошлый раз он тоже где-то в обед только начал клевать крупный. На щука вообще после 2. Посмотрим. Проверил жерлицы, живцы все живые, бодренькие. Ладно, сниму, если что будет интересно. Завершаем нашу рыбалочку. Вот такой улов сегодня. Небольшой.
Что-то щука отказалась клевать, у окуня не было выхода большого. Не, ну все равно разведку удалась, как говорится, второй раз сюда уже приехали. Ладно, может еще как-нибудь наведаемся, если дороги не заметет. Щука есть, окунь есть и крупный окунь. В том видосе посмотрите, в первом. Этот же водоем, название не буду говорить, оно небольшое. Просто народ может понаехать и выбить последнюю рыбу. Здесь ее, видать, не очень много тоже. Всем пока. До новых встреч. Ставим лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, дизлайки ставим. Ну и, конечно, подписываемся на канал. Думаю, впереди нас ждет еще очень много интересных рыбалок. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч.